Весна еще не полностью вступила в свои права, но сезон дорожники уже начали. Сейчас температура воздуха позволяет проводить только аварийный ямочный ремонт. Это экстренная мера. С помощью нее можно быстро привести дорогу в порядок и сделать движение автотранспорта безопаснее. В этом году разрушение дорожного полотна после зимы по городу составляет почти 7500 квадратных метров. В прошлом году в это время их насчитывалось 62 тысячи квадратных метров. Значительное снижение на сегодняшний день обуславливается в меньшей степени погодными условиями, а также значительным объемом ремонтных работ, проведенных большими картами в 2016 году. Напомню, что было отремонтировано чуть больше 1,5 миллиона квадратных метров в 2016 году. За сутки рабочие успевают заделать 750 квадратных метров ям. Количество бригад увеличено. Одновременно работает 7 установок «Кёхер». Это своего рода печка на колесах. Машина доводит асфальтобетонную смесь до определенной температуры и поддерживает ее. Дорожники работают слаженно, но не успевают убирать осколки старого асфальта, делает замечание мэр Олег Фурсов. Наводить порядок на местах ремонта необходимо в тот же день. Выборка асфальта происходит, заливка асфальтобетонной смесью, и там днями, несколько дней проходит, прежде чем что-то вывезут. Значит, обеспечьте, пожалуйста, за этим контроль. Сейчас дорожники работают по адресам, которые составили надзорные органы. С начала марта заделали ямы общей площадью 8600 квадратных метров. В планах на год починить почти 37 тысяч. Марина Матвеевична, Максим Гусев, «События».